Знаете, после победы я очень была рада, что я все-таки, наверное, оправдала ожидания своих любимых тренеров, ребят, своих друзей, которые, ну, действительно, от этого старта, может быть, и не ждали победы, но ждали именно результата, и результат свершился. И очень приятно, что Владимир Дмитриевич, как бы, именно наш успех для него остался, ну, как бы, не остался незамеченным. На самом деле, в это тяжелое время это очень приятно, потому что он нас всех поздравил. Сейчас очень много слухов ходит. Но его выступление на самом деле, ну, по крайней мере, меня очень воодушевило, и хочется верить, что вот это здание, которое строилось для спортсменов, его оставят спортсменам. И наша школа, пускай и с нуля, но все-таки докажет, что мы лучшие. Спасибо.